Находимся в цехе механообработки чеховского завода «Энергомаш». За моей спиной вы можете видеть целую батарею корпусов, которые получаем своими силами, так называемым методом электрошлакового выплава или переплава. Это уникальный метод, который сохранился в нашем предприятии, технические возможности которого нам очень хорошо известны, и технологически мы способны выпускать самые уникальные образцы корпусов и внутрикорпусных деталей. Эта технология применяется как для атомной тематики, собственно говоря, она и родилась для атомной тематики, и последние 3-4-5 лет мы также применяем ее для углеродистых сталей, будущих изделий для тепловой энергетики. Собственно говоря, данным фактом я хочу донести до всех информацию, что наш чеховский завод как минимум самодостаточен, он способен изготавливать корпусную заготовку, внутрикорпусные детали своими силами, и на это производство и текущее руководство направляет все свои силы. То есть в настоящий момент чеховский завод представлен коллективом в составе 700 человек, которые трудятся, успешно выполняют поставленные задачи. И учитывая трудные времена, не планируется каких-то сокращений и тому подобного. Планируется, безусловно, оптимизация, да, оптимизация производства, каким-то образом локализация его и так далее. И, надеюсь, безусловно, также модернизация. Уважаемые друзья, находимся сейчас также в цехе, где мы проводим мехобработку. В настоящий момент на нашем фоне станки немецкой фирмы Боерингер. Данное оборудование позволяет нам, собственно говоря, реализовывать широкую программу изготовления штаков, шпинделей. В настоящий момент они загружены на 100%, работают круглые сутки. Данное обстоятельство вызвано большим потоком запчастей для атомных станций и, собственно говоря, для основного производства АЭС и ТЭС. Уважаемые господа, мы находимся также в цехе, где мы проводим мехобработку. На моем фоне можете видеть обрабатывающий центр МАЗАК, Вариаксис. Данное оборудование, а также ряд станков, находящихся на его фоне этой же фирмы, были приобретены нашим предприятием в рамках модернизации. Для полного комплекта паровых арматурного блока. Собственно говоря, также у нас нужен готовый продукт для данного.